Есть! Ты еще не выиграла, Барби. Саммер, выигрыши – это не самое главное. Я просто обожаю играть. Здесь много друзей, еды и веселья. Может быть, все-таки бросишь кости, пока мы не уснули? Мимо. Ну, теперь Барби выиграла. Я потом все соберу. Мы так и не научились играть. Хотя сыграли во все существующие игры. Постойте, наверху нас ждет еще одна захватывающая игра. Я буду партнером Барби. Не будешь. Я зарезервировал это место на сегодняшнюю ночь и навсегда. Ах, Кен. Но я уверен, что зарезервировать место лифтера ты еще не успел. Ты уверен? Райан! Куклоподъемность лифта не превышает одну персону. Тогда нам стоит прижаться плотнее. Вот ужас, мы застряли. Должна найтись игра, в которую мы можем поиграть. Я в этом уверена. Как насчет шарад? Здесь предусмотрены музыка, мороженое, срочная косметическая помощь. Но нет экстренной помощи. Какое легкомыслие. Мы все погибнем, мы все погибнем. Спокойно, Райан. Друзья заметят, что нас долго нет, и с минуты на минуту спасут нас. 13 слов. Осенняя распродажа в торговом центре Малибу, но вся крутая обувь твоего размера продана. Есть! У нас еще одно очко. Как ей это удается? Выше голову, Ракель. Начнем побеждать. Высокий каблук. Ты играешь неправильно. Жестами передают смысл слова. Я так и сделала. Мы точно проиграем. Ну и что? Наша очередь. 4 слова. А, ты показываешь 4 пальца. Это 5 пальцев. Просто большие пальцы не разгибаются. Нам конец. Я погибну, не успев даже пожить. Я так и не успел признаться в любви. Себе. Я люблю себя. Люблю, люблю, люблю. Мне нужен напарник, который играет по правилам. Я хочу напарника с подвижными суставами. Кто хочет со мной сыграть? Только не с тобой. Странно, Барби подозрительно долго задерживается. Перестаньте шуметь! Слышите? Барби! Так пищит только Райан. Барби! Мой герой! Эй, а как же я? Одно слово. Туалет? Угадала. Скоро вернусь. Здравствуй. Ракель, лифт сильно перегружен. Мы снова застряли. Ура, мы застряли.